Всем привет! Вот после покупки такого телефона был настолько счастлив. Но потом нежданно пришла беда. Значит, еду я на лыжах кататься. Но телефон чехол еще не пришел. Ну и лежит он у меня, лежит себе в кармане. Вздумалось мне одеть ботинки лыжные в автобусе. Пока еду, думаю, сразу приду, на лыжню встану. И что-то слышу, но я как бы сидел на заднем сиденье. Слышу такой грохот, бах. Ну я ботинки одел, думаю, что ж такое упало. Смотрю, телефон под сидушкой, а расстояние, ну, сидел буквально там, наверное, сантиметров, ну, 40-50 максимум. Смотрю, значит, на дисплей, все нормально, ничего не увидел, телефон весь осмотрел. Домой приезжаю, смотрю, не пойму, палец цепляет, вот тут как острие. Ее как бы не видно, это вот скольчик такой здесь маленький. Вот, а пальцем цепляет, вот она даже как бы срезает кожу, остается след от кожи вот здесь. Маленький такой вот, как я не знаю, скольчик что ли получился. Так его незаметно. Здесь под камерой, смотрю, очень хорошо видно. Вот сейчас я его протру чуть-чуть. Вот, почти не видно. А начинаешь... О, кожа остается, прям острие чувствуется, такой как заусенец. В общем, жалко, телефон не дождался он. Ну и на следующий день приходит бампер с AliExpress. Вот, не надо было мне его брать, так все как бы нигде ничего, идеально. Даже вот никаких, ничего нету, ни потертости, никаких ударов вообще не видно. Как он, то ли, может он замерзший дисплей был, вот как они хвалили его, Gorilla Glass Victus. Ну какой это Виктус? Лучше бы Gorilla Glass 3 стоял, который вот был настолько крепкий. Ну там, может, он от чего-то и царапался, но это трудно его было поцарапать. Еще был такой телефон Meizu M5S. Вообще классно, все крепко держал, не ронял, ничего не билось. А это вот то ли здесь такая усталость, натянутое стекло было, не знаю, от чего так скольчик такой получился. Но с сантиметров 50 он максимум упал. Пол там, не знаю, в автобусе еще там пол, но не кафель точно, какой-то пластиковый, что ли. Как на линолеум, похож какой-то пластик. Вот, он у меня бряк вывалился. Как он так вывалился неудачно. Жалко, конечно, телефон уже не продать с таким дефектом. Ну ладно, что буду пользоваться теперь. 5 лет он обновляться будет. Ну, года 4 он, наверное, Android будет получать. Или 3, это точно. Ну и потом патчи безопасности будет на приложение прилетать. Телефон-то хороший, конечно, фотит, все, проблем нету, как там блогеры говорили. Дисплей у него какие-то там цвета не такие, у него очень классные цвета, сразу говорю, у него как IPS-матрица, никакого ядовитого цвета нет, вообще все цвета вот идеальные вообще. Первый раз такую AMOLED-матрицу вижу, классно вообще все. Фотит, да, телефон вообще супер просто. Вот, и пришел дисплей, сегодня только вот получил. 3 дня назад еще он пришел. Вот, видно, с чехлом бы такого, конечно, не случилось бы. И еще один чехол пожестче заказал. Это очень мягкий чехол. Пожестче заказал с оранжевой спинкой. Очень красиво будет смотреться. Всем пока.